Первый прибежал лошадь у Вафина Алмаза, частника. Второе место Минубай Уалсу, лошадь. А, частник тоже. Поехали. И Селякина Вероника, третье место. Садись, все будут награждены? Конечно, все три места. На Майдане. Без лошадей только туда приходим. Вот приехали мы в село Перви на скачке. Вот третий год к ряду победили. Первое место заняли. Все. Аллаха шикар. Альхамдулилля. Отца Бигзур Рахмет. Как зовут кобылу? Победительницу. Марши. Марчи? Марши. Марши.